Брайан Рейтон, я оделась вместе, вышел на кофе сегодня. Погода тоже дождливая, да, нудная. Кто-то лес рубил здесь. Стальник. Очень удобно. Тоже можно почистить, сделать ее для себя. Видно, нормально будет. Здесь что-то делать. На поезд. Стальник рубил. Хотя нам не надо. Была бы старая штучка, хотя она старая, но мне не надо. Едем дальше. Перемещается мне. Сейчас будем смотреть. По сигналу монеты не знаю. Что будет.
Слушай, это сочное золото. Год. Написано. Нет, 1923 год. Ну, как одна монетка. Не медяк же, нет? Не бронза, может, медяк, возможно, медяк. Было бы хорошо, если бы золото было бы. Но. Ну что, блестит как золото. В 23-м году золото выпускали. Такое маленькое. Жалко, потому что не золото. Но ничего. Пойдет ли коллекция. Пойдем домой, разберемся, что такое. Ну что, до следующего. И из этой ямочки я достал что? Что достал, я не знаю. Но что-то я достал. Сейчас открывается зажигалка. Вот такая зажигалочка. Старая. Жалко, что не написано еще. Так, это у меня уже вторая зажигалка.